все, что без глупости. Я хочу в Apex поиграть. Надо, чтобы Макс сказал. Ну го в Apex, я же не против. Мы когда начали играть в Apex, я почему-то боялся выставить себя тупым. А потом я думаю, блять, перед кем, типа... Нихуя себе! Макс, выходи, я... Не, ну извините, что ты тупой. Ну что делать? Мне похуй, типа, я столько хуйни не творю, когда я плавленый. Ну, я в жизни в Дискорде играл уже вообще другой человек. Я понимаю, что в жизни такую хуйню несу. И, ну, вообще, поебать туда. Бля, мужики, я не смогу сегодня караоке петь, мне кажется. Почему? Потому что... У меня кися спит. Не, наоборот. Осуждаю, чмо тебе, Гадимая. Я только что сказал! Я не слышал. Прочисть. Внимание, внимание, я включаю стрим. Ну совсем это саундпад, там какой-то типа хуй, такой как в новостях. Стрим запущен. Ту-ту. Бля, как ты меня заебал. Я в Апексе уже заходил. Перестань это говорить. Я так... Ебать, нахуй, блядь. Ой, ебать, Ghost Watchers по скидке. Так, блядь. Пика бабушки до Хэллоуин. А что, второй голод не появляется, пока ты первый полос не прокачаешь? Ну, не первый раз, а всегда. Да. Да? Спасибо, Олег. Ну что, мы не будем Вову ждать целую катку? Мы сейчас я в Апекс пойду. Я пока разбираюсь, что буду заказик сделать. Чем разбираешься? Ну я, блядь, хочу заказать прикаляции, а у меня почему-то, блядь... Нет денег. Я не могу заказать. Да отъебитесь, блядь, мать свою взорвите, долбоёбы. Ирак, ебать. Ты должен был судить. Ох, если ты не скажешь слово пидорас, блять, он не будет отсюда. Он, по-моему, отошел. Вань, ты отошел? Пидорас, блин. Пидор пизда, ты сказал, я хотел пилот команда, а ну спаги. Пидоры. Пидоры. Это тебе можно сесть, если ты даун? Чё? На этом стриме можно сесть, если ты даун? Только если ты не... Осуждаю! Надо что-то еще собрать, а что еще можно собрать? Ну ничего больше можно собрать. А можно, пожалуйста, на трансляцию? Вы шли покурить. Пожалуйста, на трансляцию, ебать. Норм. Олег, смотри дамку Макса. Я вижу.
Ну просто как бы. Пидры. Можно сохранить яичко, блядь? Ладно, я зайду в Apex. Pretty woman. Негры, пидорасы, осуж. Ненавижу, блядь. Пика бубушки по Хэллоуину. Да, я уже слышу, когда Вованчик будет не попадать, как он будет говорить, кто пидорас. Ставки, сколько кило собьет Вова? А ебать, а прикинь, там Вован, блядь, чисто симпл нахуй. Я думаю, от 6 до 8. Кило всем, да. Вот. Я столько же могу набить. Не, ну, Макс, ну это не ебать достижение, я тоже столько могу набить. Сука. Это за маму ванну сделал. Сонечка. Все, киси сходил. Сходил, обсудит, наконец-то. Алло. Алло. Все, нормально. Мы тут ставки делали. Сколько вован киллов сделает? И чё? Как ты думаешь, вот? Ну, киллов, я думаю, штук 4 точно. Я 6 до 8 сказал. Я поставлю его тоже. Я на 6-7. А чё вот такое? Мне кажется, киллов 9. Да, ебать, он когда 300 часов играл сутками, он как долбоёб играл, а тут он не играл год. Ой, ебать, наборы ждали бесплатно. На базу. Чего вы так думаете, мне кажется, киллов 9? Чё, го играть в Apex или не го играть в Apex? Да, вы зашли. Уже зашли все. Все, тихо. Чу. Ой, я хотел купить себе этот Battle Pass, короче. Давай. Сейчас он будет такой там на первом месте. А ты демку вруби? Нахуя тебе демка? Нахуя тебе демка? Зачем мне демка? Там пак легендарный. Там легендарный пак есть. Стоп, а лавр, прокачанный лавр не апнутый, просто прокачанный, работает всегда? Лавр прокачанный? Не, он там на поп что-то полсекунды. Так, лежит. Все... А, не. Ебать, это он так долго длился? Зачем мне пенис? Монако, для чего скажешь? Не понял. Мне? Чё? Блядь, что за хуйня? У меня два раза купилось только что. Один раз, вот же. 1000 монет. В смысле? Я тысячу купил? Да. А я тысячу нажал, что ли, бля? Походу. Какой ебанат делать сначала 1000, потом 500, потом 2150? Боже, конченые уроды. Вопросы? Блять, какие дегенераты. Да мне наебали только что деньги, я не буду ничего покупать больше. Боже, какие уебаны, блядь. Ты прикинь, они делают сначала 10 евро, потом 5 евро, потом 2500. Охуенно. Евро. Battle Pass, блин. Может на лоб. А все на лоб уже нельзя? А тебе хватит так, чтобы еще красный скин купить с хамом. Не, мне не красный скин. Я хотел эту насмешку. Не насмешку, когда падаешь штучку, помнишь? А, нет, даже похуй нельзя. Да там временная тема. Бля, бак, я че я тирамису не взял? А, 950 всего, нихуя. Слотов уже нет. И. Ну и говнище. Это все ради лоба. Какой легендарный пак, чел? Я посмотрю, что это лапнутый лавр, возможно, оно не говно. Это в... По идее, в Motion Wheel, где-то там, короче. Интерквип? Это для этих... Аймоут Вилл. Скайдайв Эмоут. Еее. Все равно, какой смысл его вместо хила брать? Ну... Фу. Хил не так много хилит. Если лосо только двойное вот это, вот оно хилит. Я по него. Ну, а открой пак. А как, где? А. Ну вот Legendary пак. Пчу, пчу, пчу.
Легендарная карта. Да нет, это шо? Чё? А куда ты гамесуй? Бадалеры дондевой. Лена, грация, сариос. Понятно, знаешь, зачем нормальные люди, блядь, используют? Приходи из торна, не стой, что? Это самое худшее, что можно упасть было. Войси, кроме тумбау. И чё, блядь? Сюда. Легендарная граффити, блядь. Сюда. Оконный оскалора. Макс, заходи, блядь, я ещё буду тестить легендарный граффити. Я же вот, я же. Все, мне кажется, мне не хватит времени. Камень, я возможно, убить нахуй. Он какой-то мега жесткий, блядь. Который с этот охранял штучку? Да. А тут таких 4 надо убить. А мне да, они, убить, они жесткие. Макс, ты только ты готов не нажал, вот единственный шаг. А так я все идеально. Ой, блин, какая-то эпическая смешка на Бангалоре есть еще. Блядь. А ну чтобы таких охуенных боссов писало с хп. Бля, можно, ой, можно как-то доплатить еще? Еще 20-ку накину им за такую легендарку. Мне кажется, я мало с них взял. Точнее, они с меня мало взяли за такое. Ты только что 20 евро на кейс донатил? Нет, 10. Но я нечаянно, там сначала список шел с 10 евро, потом 5, потом 20. Я нажал на 10, на самое первое. Типа, по стандарту. Как это? Интуитивно. А это казалось 10 евро. А я еще нажимаю, мне пишут пополнить баланс, пополнить баланс. Смотрю, 0 евро на балансе, у меня десятка побежала. Это пиздец, это адекватно нахуй, я уже полторы минуты его хуячу. Одного только. Так, активируй сразу 4, и хуяй сразу 4. Охуеть, я его отпиздил, и с него еще нихуя не выпало. А ты хотел просто забрать шмотку и улететь? Вор. Ворюга. Воровской чел. А что по факту, а нахуй ты их убивать, если нихуя не падает? Я не буду убивать их. Тогда он убьет тебя. Нет, каким хуем. Ну, в любом случае, он уже просто появляется. Он будет ходить тоже за тобой. Хавать тебе. Ам-ням-ням-ням-ням. Ну, я просто не буду на это времени столько въебывать. У меня нет времени. I have no time for games. Desideratus bellum. А, не. I have no time for games. Это... Да, вот именно. Нет. Это же Верь в свет. Верь в свет. А, точно. Новые эмоции же. Макс, как тебе? Это десятку дал только. Десяточку, да. Отличные новости, народ! Шлись снова потекла. Музыка охуенная. У этого, у Арфуса самое пиздатое. Он там просто гав-гав-гав. И музычка ладно, такая. Я бы за этот ангол гапнул, я нихуя не сделал. И музычка из целка. Блять, я сейчас куплю. А, голубя потом можно дальше качать, нихуя себе. Я целка сейчас куплю. Ваня, с Драгонфайром вышел новый класс Вовки? Драконида, блять, или как-то новый тип именно? Ну да.
Вихр костей! Что-что? Это запрос вчера был за 100. Типа там надо было брать классы вовки, и там все типа обычные, а за 100 вот это новая хуйня какая-то. Серьезно, блять, я пропустил пак по вовке? Там часть была типа по вовке. Да хуйня, хуйня. Там супер рейд. Караоке самое ебейшее было, блять, и все. Кто? Караоке, а? Караоке. Караоке. Там ебейший был последний пак, потому что все пиздец плавленные. А? Там ебейший последний пак, потому что все уже плавленые, супер. Мы сейчас с Максом пришли типа отвечать школьные вопросы. Ламана риба. Интура соула. Да меня вета. Да закрутура. Ухамлок. Лезанца хоура. Ай, ебать далеко. Ой, я сразу интереса. Че пронести? Может голубы можно второй раз апнуть? Вот Макс, принесем? Браги, там браги, там браги. Где? Под нами? Увела беза. Да, под нами. Пипикал где? Они, наверное, меня увидят. Но я к вам все равно. Они, наверное, меня увидят, говорит Максим Ставроди. Мама, стреляет, стреляет, вон, блядь. Что, тварь, не можешь по тебе пострелять, ты урод, блядь. Они по собачкам сейчас стреляют, они заняты. Делом. Все, попал. Мне главное было попасть один раз, дальше. Сори. Пошли краб, покрабим. Купи за него бах вообще, не? У меня фиолетовый блям, фуловый 31. Я брать броню, я кинул хуйню. А, ебать, охуел. О! Все, извините. Макс, разбега, Макс, ты донзаку дуро. Бля, зачем ты туда прыгнул? Там же ёбка. Тарина. В смысле, там, блядь, челики вот там, если что. Они, блядь, у них белая броня, блядь. Я тоже так думаю. Кстати, зоны зажимает, если что, нам его уебать? Или ты хочешь опасно играть, типа, по пиздице? Я хочу... У меня вот просто аптечек нет. Ого, туда прыгнем и нахуй пойдем. Макс, погнали. Го, магаз вот тут поставим. Тут куча всего вкуса. Ну, магаз успеем, блять, вот сюда ставлю просто. В вашу сторону бежим. А, они упрыгали вон, блять. А мы сейчас за ними будем прыгать, если что. Бэкпак нужен и... Бля, я прошу прыгать, нахуй, за ними. Okay. Я надо... за ними прыгать. Придется прыгать, блядь, потому что зона. За тобой челик прыгнул, вражеский, блядь. А я по нему не попадаю. А я за ним наверх. А, ебать, прикольно, нахуй. Тут, блядь, тут еще другой челик пошел, блядь. Ты ебаный туман. Танзаку дуро. Вы, блядь, ну ебаный насрал, блядь. Пойду сдохну, хули. Ну блять, ну блять, ну блять. Надо было просто уебать. Спасибо за внутреннюю игровую покупку в Apex Legends. Идите нахуй, хусус. LinkedIn, пропущено уведомление. Похуй. А, на первый раз не начинается. Ой, пак, ты шо пак дали? Еще пак, ебать. Эш-пак, а что за эш-пак? Там спецплатная эш должна дать. Легендарная карта. Что, легендарная? Это шо за петух, блядь? Мне петуха дали. На эш? Да. Бля, мне еще нихуя не дали. Что это за хуйня? Ну ладно, пусть будет. И на лобу что-то дали. Это пиздец. О, еще два пака. Ебать, сколько у меня паков? За что? Редкая карта. Редкая карта. О, 301 красивый, ебать. А Кёрнт у меня Unleash что-то там легендарный какой-то. А я легендарный оставлю. Ой, вы меня ждете, извините. А, было бы термису в теории можно было бы. Ой, блин.
Знаете, как апнутая коса, это плеть называется? Фувала-фувалу. Си. Куща. Вандал. Фувала-фувалу, блядь. Черные крылья. Это как этот, как пацаны, озвучка этих, блядь, кубиков кубе. Там тоже твердыня, блядь, и ракета. Батероны, кстати. Вандал. Ну, ты, блядь. Тысяча лезвий, нож, черные крылья. Фувала-фувалу. Че только шифтили. Че, проебал? Да не, выиграл, но мне надо... Да, не похоже на победу, нахуй на победу. Оба, босс-паук, блядь, хорошо стегась. Ну-ка. Мне... Я не могу дойти сначала вправо, потом влево. На какой карте? В библиотеке? Мне же надо собрать сначала вот это, потом вот это. Это ебать долго. Угу. Я раньше шел. Пирожок наш. Шел и шел. 15 минут не хватает на то, чтобы дойти. Так стартуй не утро. Быстро. Так, а какая разница? Ну там, по-моему, ты не в два раза быстрее. Что это, блядь? Нет, кто так... это? Кто это, блядь? Мышонок. Это не мышонка скил. Ты дурак, блядь? Ебать, не прикольно. Да он мышонка скинул, блядь. Ладно, я затраю еще раз на 15 минут. Если не получится. Там смерть можно хорошо морозить, просто мне надо тирамису взять. А это пипипа или не пипипа? Пяо. А какой пяо, блядь, я за пушками прилетел сначала. Нет, I'm going there, блядь, понял? Это, видимо, был баг, что у меня спавнился гроб. Ху тебе, блядь. Ебать, набрал, блядь, вот эта штука. Нет, там... Гаджеты прям ебейшие, блядь. Это не баг, короче. Точно могу сказать. Я не понимаю, да, почему... Там ачивка даже есть. Типа, посмотреть в этот... Что-то посмотреть, короче, в гроб во второй раз, который ты уже раньше находил. И ачивка называется что-то типа там. Я ачивка, ебать. Бля, нужно срочно на месте найти. Что-то типа, а вдруг или что-то такое. Не помню, короче, ты сейчас ебись. Ладно, извини. А вы уже в этот пошли? Или нет? Нет, мы еще никуда не пошли. А я пошел, соло еще буду там пиздиться. Давай. Just what I needed. Бля, почему он как-то криво бежит? У меня такое ощущение, что подлагивает, не? У вас нет такого? Mm-mm. Как будто он нокбэкает немножко. Танцакурюро. Ай, бать, на зону, кстати. Пизда, нам надо быстрее спать. А, блядь, мне надо быстрее здесь туда. Я покрафтить думал пойти. Бля, ну у меня лагает. Что-то, сука, бесит. Трипл тейк. Давай, уже нажимай. Аннигилятор, блядь, вот это я возьму. Ладно, давайте. Ева, если буду с Евой ебашить. Ева ебашь, ты. Какая же хуйня G7? Вас не патроны падают.
Блядь, финишер нахуй, на роботе. Чего, нихуя блядь? Ты робота. От мудоса. А реально финишить можешь, блядь. Спать, может это даже лучше, кстати. Я броню-то восстанавливаю быстрее. А нахуя? А. Ты не видишь, как при этом ливии, когда не исполнилось, да. О, ну, кстати, неплохо так-то. Все, так, что ли? Ванина. Не подбирай мой лут, блядь. А где мой? С другой стороны, другие банки. Бля, я думал, турбочарджер выпадет, нахуй. Залупа, блядь, коня выпало. Нужен X1 из 2 кому-то? Давай. Не подбирай мой лут, блядь, не охуеть, я... Ты что, охуел? Бля, мужики, зона? Так это... Так и надо, типа. Так я убивал роботов, нахуя. Ну так у тебя же свои ящики, Макса свои. Так, я больше Макса убил. Ты сосал хуяку, блядь. Охуеть, а ты бы видел? Сколько? Сколько тебе до следующей эволюции счета? 21 урон. А ты тебе? Ясно, целых 18 урон. А мне 10. Ну? Чё, сосал, Вань? Так я тут... Ну, твои ящики никто не смотрел. Я не понимаю, как вы понимаете, где твой ящик, где не твой. Так написано же, блядь. Я подхожу, открываю, блядь, ящик открывается, я взял. У тебя подсвечено, какие ящики? Чё мне не подсвечено, твои? Блядь? У меня подсвечка. Подсвечено, блядь. У меня под... Блядь, я тебе поебало сейчас подсвечу. Хо-хо-хо! Конфликт! Нужно кому-то? Я только что взял. Я взял на всякий. Нужен баррел стабилайзер? Я выкидываю его. Не нужен. Выкинул. Бля, я бы, кстати, туда хоть мастим бы найти или пески, потому что у меня золотой чок есть. Тащи пипичку. Тащи пипичку. Леон Морозов. Бля, реально тебе финал полгаза поставить, нахуй. И в эти светиться будешь. Ну охуеть, а шо тебе, новогодняя елка, блядь? Фонарик, блядь. А кто-то видел ебаную Санну Бригадная Боссаной 301? Я не видел. У меня Devolution, блядь, и это. Я Devolution. Я Devolution. Я, блядь, с портала буду, блядь, влетать нахуй по черикам, блядь, и потом ебашить пытаться. Буду я с портала. Мне бы немец найти в идеале, блядь, с таким затаром, блядь. Чериком летать. И буду я им. Пиписьки сосать. Ты люди отмола. Ты не успел убить. Идти, точнее. Да ты, блядь, там. Я ебал. Тут типа. Тут кто-то был, кстати. Когда-то было. Ну сейчас никого нет, поэтому ставлю багаз. Оп. У нас есть снайпер? Есть снайперы? Я снайпер новый. Все. Решено. Да, где, сука, блять, эти. Новый снайпер! Ебать, нашел, все, сюда на базу. У нас есть снайперы? Макс, ты снайпер? Нет. Что, нет снайперов у нас? Никита, а крафтится что-то? Ломбо крафтится, все сюда. Так, подожди, где крафтилка? Никита, у нас снайпер пока, да? Не-не-не, у меня их 10 прицел, блять. Все, я снайпер. Никита пошел. У меня их 10 прицел, блядь. Забирайте у меня залупку вот эти вот, кому надо. А, ничего не забирайте. А, не, X2 4. Макс, бегай за это. Макс, бегай за штучкой. Пожалуйста. За этими с ресурсами. Ты что, мой щит спиздил, тварь? Мой щит. Ими ресурсы. Вот теми, которые... Вы что, твари, вы мой щит спиздили? Какой щит? Мы здесь ничего не пиздили, твой щит. Фиолетовый щит Макс меня спиздил только что, блядь, тварь. А, через магазин, что ли? А так можно? Блядь, какая же ты бросота. Ты пошел ты нахуй. Я тебе новое скрафтил. Ну и зачем? Я такая гнида, ты пиздец. Я даже не знал, что это твой, блядь. У тебя друзья есть вообще? Да. Да. Почему это ты, нахуй? Пусти тут же, где нахуй?
Я бы уже в свои челы поиграл, бы не вот этим занимался. Я бы даже если в своих бы уже поиграл. Все хрень. Ну, пойдем одну с Вовой в КС. Да, да. Бля, я такой ебанат, сука, я просто сын дерьма нахуй. Я согласен. Было такое. Шел нахуй! Ты потом стримец пересмотри, блядь, может тебя там забанят, блядь. Осуждаю! Осуждаю! Что вы там наговорили? Не надо говорить, что вы там наговорили. Тебе как сказать? Никак, не надо говорить. Тебе жопа на самом деле. Ваня, я мастак, я своего языка не стесняюсь. Мы еще репортов таки дали. Ты еще письку пососали, наверное, все вместе. Друг другу. Танзакурюра. Я панерула. Пиздец, просто взял, спиздил мою броню. Я в ахуе с этого типа. Да пошел ты на... Да, закрой его, блядь. Бля, мне так нравится Леон, но ты такой, блядь, хороший, бля. А потом как только с кем-то еще... Кто-то еще в конфете есть, он все, ты Ваня, хуесос, бля, пошел нахуй, на тебя всем плохо, блядь. Так по факту же. Вот этот дефолтный тип, знаете, который вот в школе там что-то, блядь, ничего, блядь. А когда типа его компания приходит, он тихоня, компания приходит и кого-то начинает обсрать, он такой, типа, ну, тоже хе, блядь. Я таких знаю. Тут баночки. Бегом, ты убегаешь. Да ты так буквально все, блядь. Не, на самом деле, ну, самое конченое это когда такое в отношениях, типа, чел, ну, чел каблук в отношениях, но потом приходит кинты, он такой, да ебать, пошла нахуй. Это вообще это гниды, а не люди, нахуй, я бы убил. Ладно. А вот если наоборот. Кинтов можно? Кентофариков, блядь. О, кентусики. Кентуки фрайчикен. Бербердусики, блядь. Кентуки фрайчикен. Магазин ставлю через 3, 2, 1. Пять только закрой дверь, мод. То, что фрай раздал назад. Спасибо. Не помойся. Скипер, блядь. Забрать без скипер, что ли? О, хаммер поинт раунс. Не надо, да. Мне только патроны нужны, мне больше ничего не надо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Пистолет прокачиваю. Не, я на этот раз видел, что если чел тебя может нахуй послать, то, ну, типа, ты распал урон к нему. Шел нахуй. А, нихуя, это типа по нахуй, понял. Блять, чего? Йоу, спаси меня. А я слышу свистит, я думал, это Макс пизданул, думаю, Макс, ты ебать. Так, можем наверх съебаться вот сюда. Я-то не съебусь уже, походу. Я тоже. Ты где, Макс? Ты просто наверх, вот сюда, блять. Да Макса, блять, спасти так, надо. Ну и все, пиздец, я проебал. Бля, я вниз, да, понял. Я к Максу тогда... Блядь! Здрасте! Не ожидал, блядь? Придурок. Соси жопу, блядь. Один есть. Макс, ты где? Макс, где типы? Я не хочу эту игру играть, честно, блядь. Я ебал, блядь. Макс говорит, я вниз, осуждаю. Леон. Хилится, блядь, ублюдище. Похилил, блядь. Я ебал. Как я мог нахуй не взять тирамису? Ты объяснишь мне нахуй? Похилилось опять уебище, бегает с той стороны, бля. Макс, блядь, у меня X10 прицел, бля. X10? О, где-то там он. А ты где вообще? Я рассыпался. А, пока. Я еще хуйлю, полуша не падает. А ты можешь резнуть типа нас пройти? Ты ко мне подползешь, если? Куда подползу? Здорово, ебать. Убей. И второго убей. Чупи. Стреляют, вот она, последняя. Секунду, я хиту хилишь ты. Макс, за мной прячься. Макс, нет! Люди еще ебаные просто. Если нас дома. Лево, блять. Лево, X10 прицел. Что за пинг у нее, блядь? Я повернул к ней щит уже. А, в общем ты занят был, да? Меня надо ее убить сначала.
Ты ее нокнул уже туда. Чтобы она не лезла, если что, идем. Так, блять, она нас убивает в это время. Теперь нас не резнуть. Блять, сука, проститутка. И здесь и прицельчик. Ой, я за чайчиком. Боже, какой ужас, блять. Не могу, эта игра понравится, потому что ты играешь за одного персонажа и качаешь его. Ненавижу подконтрольных персонажей. Люблю мипа. Если бы сейчас вернулись в доту, я бы... Я бы так трахал бы на мипу. Я бы, возможно, на аркварда не учился играть. Да ебать, вообще не падает, я в ахуе. Это пиздец. Это пиздец. Машина в бане у меня. Читер Мису не взял. Не в баню. Надо пора начать банить, значит. Все оружие. О, и упало яйцо с него, прикол. Не знал, что яйца могут выпадать. Ты знал, Ваня, что яйца могут выпадать? Алло. Ты знал, что яйца могут выпадать? М? Ты знал, что яйца выпадают? Яйца, яйца. Угу. А, ну сади же челиков, они падают. Вон, кстати, валяется одно. Да, я вижу. Яйца не выпадают только королеве Сигме. Это после прохождения рядом. Да, она открывается, когда открываешь все. Ну и нет. Вроде бы. Чего не открыл, интересно? Ну, персонажи, все квесты? Персонажи тебе еще дохуя. Все квесты, все шмотки, то, что там написано в этом. Все, кроме секретов, по-моему. Ультрасекреты вот эти, которые там. Иди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что, блядь. На такой-то карте. В теории я сейчас все это апну. Самая прикольная ультрасекретка, это в башне была. Мне больше понравилось. Я ее случайно еще нашел. Ультрасекретка. Я иду такой. Желтый также показывает все ультрасекретки. Желтый также показывает все ультрасекретки, нет? Не. Это просто шмотки. А там персонаж секретный открывается. Башня. Я иду такой, иду. А потом смотрю, что-то темно становится, блядь. Ничего не видно. А за этим кто-то кричит, типа... Что-то типа, эй, я все еще здесь. Буквы, надписи появляются. Не знаю, нахлели какие-то секретки, но я думаю, нет. Давайте мне сундуки, только у меня надо два еще будет. В основном, секретные персонажи, они все... Ну, большинство из них... Чтобы их открыть, их нужно встретить и убить. Мне надо просто два сундука.
И нет права на ошибку, блядь. А лево? Я супер додик, я хожу с этими пистолетами ебаными. Ой, бать, Макс, ты на ком играешь? Мало. Раз, сундук. Да хоть ты мне джампасти отдаешь, иди нахуй. Извини. Я выпускаю. Чё? Писю сосить. Угу. Ну полетели. Вот, вот сейчас. Не понимаю, да. У меня... Куда, куда? Я вот, ты говно, если что. Ну, в смысле, падаешь как говно. Ты говно. Ты говно. Скафтись, хуйню, чтоб... Ты не падаешь, ты просто говно, блядь, вашей. А чтобы скрафтить хуйню с этим мечом, с этими кольцами, не надо их прокачивать на максимум? Или да, надо? Надо. Надо их еще прокачивать? Так это же невозможно. Надо их на фула, у них 9 левлов, по-моему. Это же фул, пиздец. Это мне надо 20, сколько, 5 левлов просто въебать на прокачку. 26. Одного оружия. Танца культура. А ты как хотел? Так это же реально невозможно. Да он все просто. Ой, блядь, я заберу пока что. Ну, возможно. Ну, это нужно супер тебе вести, повести. Чтоб ты там из 80 целов 26 въебал только на одно оружие. И то это за всю игру. Дите мне хаос или это девоушен. Блять, ну это, сука, не подходит. И то, пока ты еще дойдешь влево-вправо. А что, а что он нужно делать? Сразу типа всю игру проходить, блять? Хм. Бля, я не помню, было ли там штучка, я сбегаю и пойду посмотрю. Вот, есть All-Star, есть Havoc. Эти хуй спутцы же расположили же их в разных частях карты. Если бы хотя бы там и там расположили то и то. Я поэтому беру, люблю аркану, которая тебе притягивает штучки. Каждые 2 минуты. Бля, такой еще. Внутри? А я как-то, я не помню как, в самом начале открыл, она вообще самая первая, по-моему, у меня была. Самая первая на хилу была. Танцакурюра. Мяу, блядь, мяу. Я слышу. Мяу, мяу, блядь, мяу, мяу, каждый ебаный день. Блядь, блядь, ну хотя бы без сундука еще опалось. Бля, мне нужно на девоушен идти. Бля, поставь магазин. Тут? Может это рядом есть. Где-нибудь, блядь, я хочу найти девоушен, блядь. Нашли с хаос, блядь. Надо что-то найти, блядь. Тут нет ничем. Бля, были в жизни, я бы себя еще, может, поверил. Бля, ебать говно, магаз, нахуй, все сломай, блядь. Ты че, тварь, блядь, дай мне патроны забрать, скотина. Говно ты, у тебя под губами говно, блядь, под зубами. Под ногтями. Ебать, тварь. Меняй, блядь. Иди нахуй. Я еще кому-то мюкну, пойду в очко. Ну. Ого. Блядь, заебал. Я говорю, у тебя еще 2 секунды. Блять, проебало второй раз по причине автор долбоёб. О, о, это жизненно, блять, я помню текстурочки, блять. Чё за текстура? Мне приходит то, что нет жизни, блять. Рассказывал же, помнишь, что я типа это постоянно врезаюсь в какую-то залупу, блять. Ммм. Я пожил мне вообще похуй на эту смерть ебаную. Но у меня нет жизни. Танцакурюра. У меня 2 смерти первый раз не спавнилось. Так, можно убить? Тут были челики. Да. Можно.
Я их не убил, понятное дело, у них там хп пиздец, наверное. Сейчас третий отпавнится. А ты бесит меня, долбоёб. Почему ты не морозишься? Шагом полты, предупреди, шагом полты, шагом полты. Вон там челики. Да, они 500 метров уже отошли, блядь. Бля, коса просто в соло. Коса, блядь. Блядь, просто в соло. Это пизданутое оружие. Это, блядь, в соло. Она ебашит. Блядь, в соло башит. Врагов всех мало. Бля, я не понимаю, как реально. Там какая-то ачивка есть еще, по-моему. Блять, ладно, я не помню, какая там ачивка есть. Да хуя, мой короче. Мой гиперрежим поставить, чтобы быстро бегать. Отдай, блять, рюкзак нахуй! Чмище, блять, это мой рюкзак, блять! Это мой рюкзак, блять! Какой рюкзак? Вот рюкзак. Фиолетовый рюкзак взять! Отдай рюкзак, блять! Вон рюкзак лежит! Отдай рюкзак, гондон, блять! Ебущий, блять! Хуйня, просто обосрали ни за что. Сука, на секунду альтанулся, блядь. Смотрю, ебать, все закрасилось, нихуя нету. Смотрю, нечаянно лежит. На самом деле, Ваня, я из этой хуйни чуть ли не перед час не перебудется. В этой игре я не вижу такую дрощину. Катя, надо 100 раз пройти карту, не потому что это слабый, а потому что автор долбоёб. Чел, да, автор не долбоёб, блядь. Стоит рюкзачок, блядь, и Ваня нахуй довольный крафтит, блядь. Да, блядь, да я потому что оно лежит, чё оно лежит там? Да мой рюкзак, блядь, сука. Если что-то у тебя не получается, это не значит, что автор долбоёб. Автор долбоёб у меня точно не получается, потому что забирать игровое время таким способом — это кринж. Вот моя штука. Вань, ты долбоёб, ты мой рюкзак спиздил, блядь. Ты долбоёб, иди нахуй. Это как если в доте были длиннее катки, потому что крипов надо было 105 минуты. Ну так это гриндинг, а что ты хотел? Свагали, в этом смысл. Чем больше тратить времени, чем лучше. Кто-то топает. Это вы топаете. Я топаю. Ты топаешь, блядь. Не топай нахуй. Полезло, блядь, чудовище. Хибеня улезает, блядь. Шо, попозревнуйся, кто выше, блядь, залезет? Это не всем так работает, что, типа, чем больше трачу время, тут время-то ограничено. А ну дай въебу тебя. На тебе поебал. На тебе поебал. Мне ровно похуй, блядь, вот это ебало женское, блядь. Я могу терпеть. Так, просто. А, уже это... Куда пошел, блядь? Когда не получилось пройти первую локацию, не хотелось дропать, потому что, ну просто, типа, ты считал, что ты слабый, ты не умеешь играть. А тут-то мне надо просто бегать туда-сюда. Я на второй локации хотел дропнуть игру, блядь, когда я библиотеку открыл. Ебать, весело нахуй не было. Библиотека моя самая любимая локация, она для меня самая легкая. Я вообще начал, я перестал кого-то убивать, блядь, там чувака здесь стрелял. Никого не убивал, просто бежал вперед, блядь. Вот сейчас в этой игре превратился своими приколами. Сюда-сюда бегать.
Я, кстати, видел только в нете, как смерть убивают обузом. Я не видел, как ее убивают обычным способом. Да пиздец, я опять в тильте. Я раз, блядь, в месяц у меня получается сыграть их с 10 прицелом. В итоге, блядь, вот такая хуйня происходит. Там челики по мне стреляют. Вот. Нет. Или это сзади? А, это сзади? Это максимум. Я заебал. А, нет, это все-таки оттуда. Пошли просто умрем все вместе. Спасибо, блядь. Не, в точку Макс надо, блядь. А там тоже челики, да? Надо да. Сжать тогда. Они улетели, поэтому можно, в принципе, пройти. Штучку. Ты где успел? Первый раз на гиперрежиме, то автор не дал бы её. И тогда он заложил это то, что это на проходит на гиперрежиме. Эти вот там стоят, два долбоёба, блядь. Почему у меня F не работает? Да пошли не нахуй. Челик улетел туда, поэтому нам вообще взяли так пешком. Я так чисто аккуратно пройти. Воп, 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 сюда. И вот там наконец ебаться, блядь. А чё мы живые вообще, не понял, нас два отряда, блядь, пиздили. Ну я резал Макса, потому что собачек ебашит. Пизду, я не хочу собачек ебашить. А, это Макс собачек ебашит, блядь. Всё, я поехал сюда. Надо помочь. Ребят, вы дебилы, блядь, мы два отряда, нахуй. Собачек решили поебашить. Меня не напали, что мне делать, я просто бежал. Ну так погладь её по головке. Блядь, я с неё какая-то штучка упала, прикольно. Чикс. Макс, надо гладить собачку по головке. Switching to drone view. Погнали наверх. Ты с кем пиздишься там? Еще, ебать, это там блафа была. А, похуй вообще. А, ебать, там страж аккуратно. Все, я нахуй, я... Блять, нам назад возвращаться, что ли? Нет, там вот так пробежать бы в идеале. А у меня любимый уровень это башня. Мне кажется, башня самая простая. Ебать, там очень много нахуй. Экспы дается. Там куча врагов, вот эти скелетики. Че, я зря сюда забежал, да? Это чё отсюда при. Да, там еще один отряд. Бля, ну я не хочу все. Все, го, удалим эту игру нахуй, просто никогда в жизни будем играть ни в каком-то виде. Да. Не лезь. Лезь, короче. И ты можешь лезть там, если что, вот так же через дрон. А, да? Да. Не лезь, меня умоляю. Понял. Бля, говорил, что я заебался сидеть еще до лазаньи, а я кинул лазаньи полтора часа назад. Да, пиздец. Не лезь, не надо. Блядь, тут сон, прям сейчас. Блядь, нет. Ебать нас резко, нихуя, пизда нам. Угу. Я без всего, блядь. Ты убеги сначала. Уи, блядь, а у нас аптечки, если что, есть парочку. Начального этапа. Угу. Я пошел на свой этот, блядь. Куда ты пошел? Я сейчас сдохну. Че, бодаться нахуй? Давай бодаться будем, блядь. Я тебя бодаю, нахуй. Запретку на этом. Осуждаю! На что? На Морзе. А, да, я там именно пиздил. Макс, умоляю, не надо, блядь, оставь меня в покое. Оставь нас дохнуть, блядь.
Как далеко вообще дрон может летать? А дверь он может открывать? Нихуя, а стрелять он может? У меня не хватит ранжа, наверное. Ренжи не хватит, Максим с братью, какая жалость, а Ванечка сдох. Макс, можешь топ-2 занимать, по красоте. Макс, топ-2. Еее. Все, иди умирай. Блять. Лео, побежали? Да, бля, я сука, уже зачилился. К Максу надо бежать, там ящики, бля, какие-то фиолетовые. Я уже ноги закинул. На стол, блядь, сижу, кайфую, блядь. А чё, чем я стрелять буду, блядь? Там у Макса фиолетовые ящики, блядь. О, прикольно, ха, челики, здорово. Я сейчас тебя западаю, нахуй. Тут один, кстати, чел, если что. В смысле один? Он в соло? Походу. Макс, оно... Да блять! Макс, он близко, если что. Не, он не один. Не один, все, пизду. Да, ну если двое, то тоже обидно. Ну там кто-то со стражем не пизнул, по-моему. Какое говно. Это на руках отжимается, сука. Дебилы, блядь. Сука, цирк уродов. Как коллектор рыбает на ногах. 37 урона. Все. Кид один урона. Ебать, ну, блядь, просто, блядь. Мега хорош. Я заебался. Если честно. Я бы не хочу больше. Я хочу по сайку уже идти играть, блядь, на самом деле. Что? А в своя? В своя уже идти играть. Чур, я ведущий. Я ведущий. Я ведущий. Девушка Тимис. Я ведущий. Я ведущий. Пипита. О, классно. Слышно? Пошел нахуй. Осуждаю, уродов. Без друзей, без... Никого. А где этот... Вова, который должен был с нами на кстати играть. Сколько он еще игр, блядь, стартнул после этого. Давно Вова вторым малым стал. Лайфлайн, коллекционная карточка. Спасибо. Мне все нужно тут. Кися. Вы знаете, что я кися? Ты ебанат. Охуеть, за что? Больше, ну, правда, за то, что рюкзак вообще мой спиздил. Ты, я отдал тебе твой рюкзак. Сука, все, помни, до конца жизни будет, урод. Не, реально, есть такие люди, да, Макс? Кися, я только что выпил, поел мясо, блядь, покушал, потом чайчика выпил столичком. Нахуй ты на меня залазишь после этого? Знаешь, как это неприятно. Хочешь, ты вот поела, а я хуяк я тебе по пузу, блядь. Хватит врезать тарелку, там сладкое это, нельзя тебе тортик.
А есть Bloodmail без брони? Не. Только побилка, по-моему, у кого-то есть. Ну, не уверен. Чё ты ржёшь, блядь? У меня с рюкзаком персон. А я... А у меня нет слотов, ебать. Я на этой карте, короче, играл только с одной водичкой и все. Это так охуенно было. Там по итогу качаешь ее до такой степени, что она типа весь экран занимает. Это даже больше. Я тоже с водичкой играл, но я хочу летом поиграть. И там прям просто ты ходишь и собираешь синие штучки врагов, ты не видишь вообще. Пиздате. А, точно. Ой. Винники не падают, это нормат. Бля, или падает, ну, все то, что все надо. Пиздате. Пиздате. Да блять. Пиздате. Не. Не сейчас, а вот сейчас. Блять, я не хотел его призвать. Я задумался. Но я тоже это не выиграю, потому что нихуя не падает. Китя. Китя. Что мне надо, кроме сердечка? Нихуя, правильно. Кроме сердечка? Удача стакается со скрестом, это с водой, а броня с плазмой. Это есть. Мне надо сердечко, и можно еще руку взять, если карточка выпадет. Мне надо. Сердечко, карта. Кися, отъебись. Я ебал твою мать. Ебал твою мать. Это лыс, кстати, быстрее кидаешь, что когда ты ходишь. Когда все быстрее? Хлыст твой. Чем быстрее ты ходишь, тем больнее он бьет. Точнее, тем чаще он бьет. А я призвал его долбоеба, чё кольцо не забираю. А, слабое кольцо не забираю. Кошечка, блядь, как ты меня успела заебать, да, сегодня? Рот тебе ебал. Там, акцент. Просто перчатки и сердце дайте мне, и все нахуй, и отбейтесь меня. Или пусть хлыст хотя бы падает. Тьме хлыст! А, у меня вообще нет хлыста, я в ахуе. Пиздец. А может тратить в джекбокс? Не. Понял. А чё не? Да ты заебал на него! Блять, она сейчас опять забьется в уголок. Он это любит 8 утра посидеть. Я на тебя накричал. Извини, я знаю, это малому было. Нахуй. И сердечко мне надо, сердечко. Фу, джекпот. Йо-ху! Давай, скинь эту коробку. Давай, скинь, давай. Я тебя умоляю. Давай, скидывай ее, кидай. I double dare you. Давай.
дура. Сердечко мне дай, пидорас. Осуждаю! Осуждаю тебя, идиота тупого. Вообще без башки, блядь. Просто нет головы на плечах, блядь. На, пробку, правильно. Ой, это больная такая сразу, блядь. На спинку легла такая, блядь, и кувыркается. Коробку скинул, ты молодец какой. Кися. Еще проблема в том, что надо прокачать эти оружия ебаные, а эти оружия, которые не дамажат, которые сейвят только, блядь. Я не дамажу. Но они дамажат уже. Ебать, кого я слышу? Вова Белых, собственной персоной, ебать. О, здравствуйте. Семестр прогуливал, потому что ну невозможно с этим, блядь, пердуном, блядь, общаться, блядь. Не дает ни поиграть, ничего. А сам захожу, бывает, после работы, зайду в Хогвартс, поиграю и спать. Попробуй в следующий раз купить себе компьютер. Думаешь, хорошая идея? Ну там вроде как сейчас не надо просить, чтобы им пользоваться, если он твой. Нахуй ты взял и спалил сразу все козыри. Ой, кстати, тебе пизда. Там некому платить деньги, ты можешь только сам себе. Ты умер, тихо, ты умер. Ты умер, ты сдох. Так что мы стрелять будем, мужики? Смотри, сейчас подожди, челик запьет. А, сука, мне хилка, блядь. Ой, умер, ой, хуя, что такое? А где я, подожди, я поищу по столу вниз. Сука, живой, блядь, еще. Так мы стрелять будем или нет? Да, разворачивайся. Блядь, мы 2 часа его ждали, блядь, заходит, сука, за 2 минуты. А мы играть вообще будем или нет? 2 часа? 2 месяца. Минимум. Йо, давай заходи тоже. Да, это Никит, Никит. Ты съебал меня уже, блядь. Сука. Кто-то пробовал лагать или хард? Да. Как сирен? Хуета. Чего? Блядь, это такая хуета, блядь. В смысле, продукт не заработан, Маван, блядь. Ну, в плане мыла и так, все, ну типа, я смотрю, типа, игроки, ну типа не игроки, а NPC, они все одинаково ебалы, да? Мне кажется. Ну потому что на первой локации, естественно, всех одинаково. А еще они, блядь, Вован, кстати, там если что, всех роботов зовут Вованчики. Губы в текст не попадают. Да, там Вов, там ноль какой-то там. Хуеть. А ты что, Ван, купить захотел или что? Я могу бесплатно подать, кстати. Да, но в геймпассе уже. В геймпассе будет. Осуждаю, блядь, покупку этой хуйни ебаной. Ван, нахуй. Что еще? Да, Ваня, не будь пидором. Можно Ваня, осуждаю. Тварь, блядь. Пошел вон отсюда. Может еще на СВО задонатишь, Ван? Ван, можешь я покажу, блядь, и все, чтобы ты понял, что это хуйка? Покажу. Все, заебись. Сейчас. А что, как ты покажешь? Она скачана. Ты едешь ко мне и покажешь на телефоне? Да, естественно. Ну ладно, опять-таки, если у тебя есть компьютер, то тебе не нужно показывать с телефона кого-то что-то. Ну как бы он мне сейчас присутствует. Бля, жаль, ты не успеешь, да, докачать это сердце и сдохнешь. Скоро надо клей скачивать. Стреляйте. Да иди за нахуй, сука, у тебя. Знаешь, в этой игре обычно нельзя назвать новую компанию, блять, и просто посмотреть заново первую локацию, блять. В натуре нельзя? Я вообще не знаю, что это. Я могу тебе просто заново начать игру, блять. Я просто ебал в рот, что, блять, я потом опять собьюсь, блять, в итоге сохранить. Куда смотреть? Если у тебя не сохранится, то не надо. Куда смотреть? Ну, потому что реально нет сохранения, подожди. Не гони. Куда? А, вон. Вова, блядь. Маны в игре не заканчивается. Да нет, маны, вот, хороший совет. Я сейчас приду. Так, ты меня далеко прошел, я не хочу спойлеров смотреть. В смысле, я, блядь, на первой локации сижу, блядь, рот ебал, блядь, это. Я на самом деле сейчас же 1-4. Бля, что она так фризер, мне кажется. Что? Фризер, мне кажется. Я, у меня 60 FPS. Нет, тут она именно начало показывает. Графика не сильно отличается от пиздобокса. Но у меня не ультра, у меня только высокий.
Пиздобол, кто-то там есть мехлост? Что? Пиздобол, кто-то там есть мехлост? Бля, я поиграл, может, не залетим? Мы в свояк будем играть. Да зачем, Иван? Ты же в Atomic Heart будешь играть. Ну ладно, не хотите, блядь, её играть. Игра говна, блядь, я тебе отвечаю. Тебе не нравится? Бля, я её пройду, но у меня вообще впечатление максимально от неё. Ну, блядь, во-первых, она вообще недоработанная. Прям сюжет. Чел, тут всё, вся игра — это чисто восхваление совка, блядь. Мне бесит, как топор трясётся. Ибо... Ну, это уже не было. Я бы зарял. А я... Хогвартс? Что Хогвартс вам? Ну, я понравился. А ты скупил себе, да? Он купил. Есть вопросы, но вопросы такие, типа... Заходи в игру давай, Яры. Ты и так придумал. Хогвартс только намного лучше, чем этот хуйня нас. Мне нравится на метле гонять. У Хогвартса есть вопросы, но они такие. Микро-доёбы. Микро-доёбы? Ну ты любишь микро-доебаться до каждого. Предлагаю смотреть на онлайн. В Хогвартсе... Хогвартсе 1 миллион, в Atomic Heart 30 тысяч. Пизду, бля, я один раз поиграл, всё, хватит. Это игра говна на самом деле, блядь. Недоработанная, сложная, блядь. Непонятная. Какая-то вообще механика, которая не резонит. Говно, блядь. Главный герой грубиян, блядь. Так же, как ты в Дискорде или нет? Я бы хотел пойти в Хогвартс, но мне его денег очень жалко, типа. Да. Бля, Олег его купил, наверное, за косарь, блядь. Вы, блядь, не спрашивайте, за сколько я его купил. Вован, за сколько ты его купил? За 6? Опять-таки. Ты до концов купил его? Да. Да, есть. Это все приводится к одному и тому же ответу. Какому? Ну, подумай на досуге. Купить ноут? Да. Хотя хуйня какая-то. Бля, Яра, не советуй мне больше такое, пожалуйста. Ой, я хуй выиграл нахуй. Яра, заходи давай в игру, ты проебался равно. Ты это не выиграешь, все, забей. 6 минут, не 6 минут. Нет, тут разрабы уебаны, они придумали такую хуйню, блядь. Играй говна, удаляй ее, удаляй, давай. А что ты играешь, Яра? Мы просто провайвер. Бля, мне нравится, как мы все сидим, блядь, и чисто малый, блядь, от нас подальше засел, блядь. А у него все... Погоди, а Максик тут есть сейчас? Максик есть, блядь. Здесь. Тортик? Максик, привет, дружище. Я только сижу и вижу, блядь. Вонный зашел в диску, в Xbox. Вонный в сети. И не приглашает никуда. Так ты все равно не зайдешь, вам, блядь. Тебя приглашали, приглашай, блядь. Блять, она одинокая, как смысл тебя звать, блять, куда-то? Тоже верно. Вот так. Не, мужики, постараюсь чаще заходить. Я расчет яичко в попу, смотри, так. Вот так. Не-не-не, она с таким звуком сейчас. Видел? А чё я тебе книжки не подобрал? Не знаю, ну ты дурак. Самое главное, Вань, не быть пидорасом. Осуждаю, пошел вон. Тварь. Я тебе сейчас в мод кину, блядь. Трахнул, Аван. Бля, Аван, говори больше, блядь. Не говори это слово, ну запрещено. Я не буду говорить это слово, ни в коем случае. Блядь, ебаная мина. Мина? Жиза. Мина. Что тебе Дина? Дука. А, зубы? Да. Сколько стоило? О, бля, мне повезло, мне когда я родился, они появились. Бесплатно? По страховке. А у тебя типа какой сохранёнка теперь, золотые? Да. Оо. Сзади аркана, сзади аркана. Сундучок с арканом. Я делал пломбу и очистил от камней. А мне в теории похуй на аркану, что мне надо? Не знаю. Мне в теории похуй на аркану. Мне ничего не надо. Ну это похуй. А может мы поиграем в тест? А, ну я просто не знаю, мне есть смысл брать хил или взять перчатку? Который час мы взяли? Ну перчатку есть смысл вначале брать, уже под конец, да, оно такое.
сука, смысла не очень много. Она же грядится. Сантьес! Что ты здесь делаешь? А ты в магаз не хочешь сходить? Не знаю. Так мы, а думаешь, мы успеем? Копаю. Пизда. Без магаза получается. Ну ничего, у меня корона есть. Вот такая я королева, бля. Ну да. Я за 4 минуты никак, блядь, не сделаю это. А чё у тебя так хуёво? Я всегда успевал и туда сбиваю. Это гиперрежим, у меня сейчас скорость, не знаю, типа 200%. В принципе, если 30. Сейчас выйду, то я успею. Больше, я думал, мы сыграем, 100. Типа... 130. Ну что пока... Нет, тут плюс 90% только за гиперскорость, за этот, за гиперрежим. Ну, туда ты лох. А что плюс вся прокачанная? Бам! Что ты делаешь? Ох, у меня этот сундук ебаный. Лео, тебе не кажется, что Хогвартс... Олег, ты что же играл, да? Не кажется, что это как соус играть пить? Соус играть это, блядь, это Томми Харт. Серьезно? Да. Ты можешь на других картах эту хуйню подбирать, если что. В смысле? Да, ну, да нужны все карты. Прикольно есть. Все сделано. Я не говорю, что хуёво. Я говорю, что типа, ну, по механике. Не, Макс, ты... Я не играл в этом Dark Souls, блядь. Ты что сказал? Сорт с хуёвой. Кстати, какая самая ненавистная карта и самая сложная, по моему мнению? Первая. Souls играет, когда ты типа идёшь, падаешь... какой-то хуйни двухметровый дохнешь и потом заново всю локацию идёшь. Ну подожди, вот понял. Через нагодування на Одещині можливі аварійні відключення негоду. Сьогодні призвався дощ та мокрий сніг, первым вітер, через саме виникати та аварійні ситуації. Ну как, ну это пиздёж ебаный. Ну ладно, це типа... Идет сегодня дождь, возможно, из-за этого свет наебнется. Ебать, в каком мы вообще веке нахуй живем, блядь? Ты что не знаешь, вот отток проводит, дурак. Нельзя. Так пусть вода ток проведет это, в дома. Всем. Реально пиздец, блядь. Ветерок подул, у вас не будет света двое суток. Ветерок подул и пукнул. Смешно. Ветерок пукнул. Потом еще надо, это ж не потом надо еще найти от 2 до 4 этих, блядь, сундуков, и чтобы еще с них точно выпало. Может все, качнуть, тогда сундуков точно будет падать штучки. Сколько еще играть, Ярик? 3 минуты, 3.5 минуты. Это быстрый режим. Я засек. А, не 2.5. Все уже, блядь. Так это меньше, еблан. Все уже. Это что, Андрей? Что, Андрей? Бля, мужики, смотрю инвентарь твой. Ну просто глаз радуется. Особенно Олежек от старины ржавчика. Ну это ж пиздец, это легенда, блядь. Ну да. Ну ладно, там кейсики можешь продавать какие-то. У меня есть кейсик змеиный укус, призма 2, разлом, еще один змеиный укус. Сколько они стоят? Хуйню, наверное. Окей. Расскажу. Так, 8 гривен, да ну нахуй! Мы там своих повесим? Я повесил. А ты? Да, что-то я пойду поспью, потом туда типа к своему подойду. Я знаю, как ты пойдешь поспишь, ты уже похудел, потом ты говорил, что у тебя голова болит. 8 гривен! Не, ну я, блядь, везде сплю. 6 гривен! Что? Чё за хэ? Блять, Вован, нахуй. Это откуда ты взял фразу? С этого, блять. Антон Пикули. Мне нравится его. Все, я понял, блять. Все, он охуенный тип. Все. Завались, блять. Чё за хэ? Вованчик, блять. Вова, блин. Вовка, блять, пожалуйста. Мне больше нравится Кирилл, маринованные помидоры. Чё за хэ, Ваня ненавидит пидоров? Ха-х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 а-
Ваня, ты, Ваня, Ваня, ты меня хейтишь. Осуждаю этого типа. А сейчас хуй тебя держу обратно. Я ангел, что ли? А, нет. Так нельзя делать. Ваня кикнул пидора. Ой, Ванечка, извини меня, пожалуйста, извини. Он тут? Он меня слышит вообще? Ты замутил, скорее всего. Понял. Можешь ругаться, Ваван. Он тебя слышит. Да уже не хочет, как ты. Неинтересно, что ли. Черный лотос. Ну ебать, вот это вот скин. Вот это, блядь, понятно. Это ебать стоящий. Блядь, я кейсик открыл, у меня гривен нет, у меня такая ёба. Четыре левела. Я могу попробовать дойти, когда уже смерти будут, до... Тут сундук, можно возле него остаться. Правда, у меня может апнуться перчатка. Или там два... Хотя похуй, ладно. Ну, как у вас вообще дела? Расскажите, помолчите. Что новенького? Олежек, расскажи. Я расстался с Дашей, у меня лопнула струна на гитаре. Алло. И я сегодня... Ты расстался с Дашей? Это ты, да. Это ты по возрастанию, типа, вот эти проблем начал? Да. Ты с Дашей? Возрастание самое обидное, да. Ну как я расстался, блядь? Меня бросили. Подожди. Надо у тебя говорить, струна? Яра, надо... От меня ушло. Всегда лучше, блядь. Бля, пиздец, бро. А она объяснила причину какую-то, блядь, или ты не хочешь об этом говорить? А чего я ждал? Что ты делаешь, Олежа? Да, объясни. Струны, вот, Вань, пришел. Сходите на демочку. На демочку? Сейчас на демочку? На демочку. Оп. Если, короче, в смысле, тебе били реализацию, я, наверное, завтра бы улетел бы, кстати. Блять, Олежек, давай. Просто ебать. Просто, ну, въеби его. Я сейчас, серьезно, сейчас чувствую, что-то залетит. Пожалуйста. Да, что-то залетит. Крайне редкий предмет, ебать. Я убил... Это лежал сундук или это... Блять! А Ваван, знаешь, я же в Китай поступил. Я летом уже поеду туда, обратно. В натуре? Да. Ебать, так это с Китая до Германии к нам недалеко. Охуеть, Вованчик, красавчик. Посчитай настояние. Да хорошо тут, блядь. Туда-сюда, ебать. Давай лучше ты ко мне, блядь, в Китай. Бля, я с радостью, у меня там брат, блядь. Двоюродный. Троюродный. Идем в Бангкоке. Короче, а Бангкок это Таиланд? Ваня сделал. Ну, 31,5 минуты. Yeah. Я сейчас кейсики открою. Давай, Лерик, ебак. Давай нож. Открывай. Давай нож из кейсики. А если щепкать его, прошу 35 минут. Я думал об этом. Я прожил 4,5 и сгорел. Но я не... Ванечка? Не был, оказывается. Да. Ванечка меня слышит? Да. Все, Ванечка. Я убил смерть, у него 2 яйца упало. Смотри, что это, Ваня, что это? Поехали. А ну, блядь, подождите. Что это? Молчи, нахуй. Что это? Я такой был. Прозрачный полимер. Это типа, когда первую смерть убегаешь в жизни? Помношенный, ебать. Олег, сейчас выйдет, сейчас будет. Раз, два, три, на. Не пиздит меня! Ого, ему у меня получше.
Блять, тяжелый. Блять, я хочу присоединиться к таким старину ржавчика, блять, все-таки. Мы только первый раз, кстати. А я тут нереально, да, выбраться от нее. Тебя съели. О, еще один, спасибо. Да. Олег, хорошо. Очень много положили. Два брата команды. Ебать, я эту хуйню 202 миллиона дамажил. Это адекватно? Нихуя. Да. Бля, нормально. Это она столько сносит? Охуеть. А мы сможем, кстати, вместе играть? Кстати? Она, по-моему, в процентах. Думаю. Ее невозможно собрать, так что, типа... А можем вместе играть? Мне нет звания. Да, да. Надеюсь, что нету. Лео, ты тут будешь или что? Надеюсь, что сможем. Я думал, тебя демку включить, вот ты тут посидишь. Я тоже надеюсь. А это не имбасы, и у него сразу это оружие. У кого? Такое. У чела. Отдохнуть? Может, конечно, кальянчик собью перед тем, как свояка пойти? О, он очень быстрый. Вот этот чел? Да. Проснулся, не думал закинуть? Это за убийство... Ты убил смерть, это Макс? Нет. Может, это за убийство смерти дает? Да. Это и есть смерть. Прикольно. Но я не хочу все равно ради. Он не самый имбовый, там если посильнее персонажа. Ага, если еще бессмертный, скажем, буквально. Да, но бессмертный это... Я, кстати, ни разу не играл. Он реально бессмертный? Он реально бессмертный. Да, ты как бабло на него. А возьми челика в гиперрежиме этого. Сейчас. Стартуни. Сейчас. Кстати, у меня вот тут вот. У меня тут 17 яиц, это норм? Да. Яичко. А, ебать, у тебя еще не открыто три режима. Да? Да. У тебя а еще. У тебя еще куча карт закрыта, кстати. Ебать, он быстрый. А он будет бить? А. Боит развод приходит. Но это все равно имба. Ну да, это сильно. Там еще куча карт у тебя закрыты. Ну как куча, несколько штук. Стоп, а почему они у меня остались? Их можно только подбирать? Кого? Вот эти предметы. Да. Ну да. А-а-а. Лё, пожалуйста, блин. Что? Хватит ну, пилить. Я, наверное, пересяду на него. Это очень сильно. Пересядь на мох. Ой. Что? Типа, у тебя первое оружие сразу же дает. Да, напишите, когда вы будете в стояк. Да посиди. У тебя Ну посиди. А что еще интересное из такого есть? Как дает тебе первое оружие? Это черт просто. Это черт на плече вот. Да посиди. Там секретные персонажи всякие. Это, по-моему, есть один из секретных персонажей. Да, ты еще минутку. Посиди. Просто я видел видосы, там мне чел убивает, типа, ну, 300 коз, а у меня заспавнилось 3, по-моему, я их убил, и все, и я дальше не мог играть. Дальше у меня появилась, Макс, там потом катсцена была, у меня появилась какая-то супер-смерть, ну, типа, какой-то супер-призрак, и он просто, ну, я не мог двигаться даже. Мог, он просто тебя всегда догоняет, какая бы скорость у тебя ни была. Вот его нереально ж, по идее. Что? Ну это конечно охуенно, только шаран был, если честно. Я был с веру в тильте, но я прошел на 32 минуте. Вот это замораживалка, она чисто для этого и нужна, чтобы смерть убивать, конечно. Угу. Ой, то, что я за минуту нанес 202 миллиона урона. Это тоже сильно. Да, прикольно. Вон, сколько вы каток напарников сыграли? Что? Сколько вы каток напарников сыграли? Я сыграл одну катку напарников с Саней. Ты не понял, ладно. Он понял, что я безнадёжный, мы перестали играть. О, сейчас на нюке. Принято. Сейчас на нюке покажешь. Почему нюк? Безнадежен ты или нет? Ебать, я нюк знаю, как свои 5 пальцев, нахуй. Угу. У тебя, видимо, 3 пальца. А он знает 5.
Блять, ебать, легендарный камбэк, я ебу. Не, два, три у него... Он запомнил хорошо, два у него сюда под, перед глазами. Так, только не осуждаем меня, окей? Я просто буду... Осуждаю! Мы просто шапки делали. Так я только не осуждаю меня, негр-пидорасы. Осуждаю! Пошел нахуй, осуждаем этого типа максимально. Сейчас. У меня 4 на 3! У меня 4 на 3! Я не могу зайти, у меня 4 на 3! У меня 4 на 3, я не могу зайти! Могу зайти, 4 на 3! Я тебя забаню на этот... 4 на 3, 4 на 3, не могу зайти! Нет! 4 на 3! Я еще не... Бля, я никого не убил, вы что, ёбаные! Который тебя кормит. Чел, ты тут никто. Я тебя кикну, забаню. Ты на этом сервере появился через год после меня, поэтому замолчи. Ты под, посмотри, новичок. Сука, уроды. Бля, мужики, что-то тяжело идет. Вы шо, ебать? Кого мне не поставили, блядь? Я, у меня бот, блядь. Я могу, умер, я могу, блядь, сообщение в чатике перестать. И ты помнишь, почему не на этом сервере сидели? Потому что сидели на моем сервере. Потому что до ушли, когда-то добавили всяких мирошников и остальных долбоёбов. Потому что у тебя сервер со всякими мирошниками и остальными долбоёбами. Я говорил, давайте кикнем просто. Я сказал, давайте другой сервер создадим. Не, мы создали еще когда... Когда мы в Майнкрафт играли с Сербанским. Это же было... Из жебаников. Их добавили за 5 на 5, а ты помнишь, я ненавижу 5 на 5. Ты вот 4 на 4 твой любимый режим. Блять, Галилия, это просто, блять, моя путочка. Там Томис Пинтер. А, он что? Подрубил. Томис Пинтер, блядь. Шлаков или Читами? Так, мы вести, все, готовы все? Не закупаемся. Слышали? Не закупаемся. Проебало. Закупаемся, пацаны. Фубай. Купил броню у себя. На все деньги, на все деньги. Понеси. Побежали. Чиш. Как вы все так ебать рванули нахуй? Мы проиграли. Они слышали, что мы это набрали? Да, может, на? Пошли? Гуна? Да, темно. Кто-то там Хэвен залезьте. Хэвен залез. Винты еще упал, чел. Дебилы. Как мы их, а? Спасибо. Кися, привет. Два винты, блядь, хуесос. Сюда, блядь! Хорош. Там два еще. Мужики, авик нужен кому-то? Лучки все отбили? Два ножа дал. Красиво? Да, так хорошо. Да, бери. Булочки, спрашиваю, отбили все, блядь? Да. Нет. Да. Вован, кулачок отбило, это один твой кулак. Мы команда, блядь. Извини, Вован, я хотел кулачок, я не знал. Клуба отбьем, сейчас пушить пойдем. Я не видел, что это нос твой. Понял, типа, я тебе кулаком в нос дал. Блядь, трое мейн. Один винты. Меня загорите, блядь. Помогите! Куда? Куда? Вован, ты шо? А, это не Вова играет, я понял. Бля, а, вот это Вова. Чуть-чуть не хватило. Молодцы, кулачки отбили. Кулачки отбили. Сейчас подамся в киберспорт, нахуй. Не, чё мне так лагает? Запомните, пацаны, это последние мои два убийства за сегодня. Не, Ваван, мы ставили ставки, сколько ты килов будешь делать. Ладно, я поставил 9. А кто что сказал? 9? Я 6-8. Ебанутый! Я сказал 7. Бля, ну Олежа больше, блядь, так такое. 7, может быть, там, ты. Мы на 1000 долларов спорили. Сколько? Сколько? Запустил, блядь, утку. 8 сотрей.
Двое. На будке. В рампах двое, уходите. Сука, да. Этот гандон ебаный Макса пропустил. Блядь, я не попал. Там еще один что ли на будке? На перфекту. Внушево. Блядь, почти нахуй, почти. В это лагаешь, понял? Где он был наверху? Где он был? Наверху. Был кто? Хорошо. Хорошо. Оп, здорово. Плохо. Хорошо, хорошо. Здорово. Я винты хотел увидеть. Блин, Макс пропустил, блядь, долбоёб я. Ладно. Фулбай. Блядь, где? Опа. Все, блядь. Бля, какой красивый, я ебу. Я про Макс. Спасибо. То есть я подстрахую тебя, ну, с мукой. Все, я съебался, давай. Что такое? В мейне что? Тут наверх можно? Тварь. Наверх, да, можно, 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 можно прыгать. Блять, он... Хорош. Хорош. Ван 3 есть уже. Будку пушит, будку пушит. В лицо вышел, что ли? Или нет? А у вас две мухи проиграли. Не, у меня авик. Будка есть. Я что-то хоть один вышел, блядь. Пизда. Не выйдет. Ван прошел. Как я не попал? Что? Блять. Куда там полетел этот патрон? Там немного вариантов было. У меня чел на всю карту был. А, блядь. В муте, сука. Бежим, бежим, улица, блять. На улице вообще не стоит никто. Кися, сипись. Бля, какие-нибудь ЖКС ебучие, хорошо, что на секу, мне звука нет. Улица, мейн. Ще убьем его, нахуй. Блять. Кто желтый, тот дебил. Кто желтый? Я. Поздравляю. А кто ливнул? А его не свет вырубили. Там уже в Германии тоже дефицит электроэнергии. Большая дверь. Знаешь? Так я не понял, кого дебила назвали? Тебя. Кто-то с бомбой был и пошел пушить, Пейн. Я был с бомбой. Ебать. Не идет ручка что-то. Сейчас пойдет. Блин. Куда над тобой? Я понял. Оп, микропрыжок. Богом поднимается, будет. Поднимается. Вот. Найс. Чуть чел разбился. Слабо, Олег, очень слабо. Олег. Ты причинилось, что меня кикнули, а то Шамалова убил.
Не дай бог такой. Мне еще бан на сутки дали. Не дай Господь такое в реальной жизни. В общем, что? В общем, что? Да, Иван, ты первый, координируй. Все нормально сейчас будет. Понял. Кстати, стратег. Олег, ладно, не расстраивайся, все хорошо. Чего вы шутите, дебилы? Боже, какие вы дебилы. Ты дебил. Я тебе сейчас ебало просто, чмошник, блядь. Опа! Олег мейн, Вован инфидал. А где он был, Вован, вверху или внизу? Возле бокса, возле коробки. Да. Блять, почему у меня так... Блядь! Нахуй он дымку еще включил? А дымка нет. Блять. Сука, как бесит меня все. Кушка, блядь. Я сейчас ебет. Я здесь рядом сижу. Они по-любому зайдут сюда. Нет, ну ты можешь ходить с собой. НТ упал. Ну не успеем. Ну ты успеешь ходить. Ты же планируешь? Да. Ну я не подта... Хевен дробаш, и я Алик Мейн. Я дам денег. Блин, как он так быстро прошел? Мужик, я денег. Да, я шо. Я понял. Я уже все равно не успею ходить. Просто сидеть тут. Сань, сейчас сходи в магаз, пожалуйста, блядь. Блин, шо, он шел за мной, шо ли с тем рыбашом? Пиздец, ну, ебать, нахуй он свет еще включил, блядь? Блядь, Кися, ну ты меня так заебала, нахуй ты на меня сейчас рвачишься? Сейчас бы с очка взять. Кися. Кися. А что именно вот ты его хочешь взять? Кто шифтит? Никто не шифтит, а то мне так лагает. Сука, почему мне показывается пинг маленький, но у меня лаги пиздец. У меня просто, блядь, нокбэкает постоянно. Я же так заебал вообще. Там... Не-ну-ну-ну, там лови. Кто-то меня, блядь, стопит. Это я. Как его отвлек на себя? Не пиздец. Я в ловушке дьявола. Ярик, ты успеешь? Байк. Винты упал. А второй? Да играю, да. Духи нет. Я ставлю. Второй у меня на... Ну да. Тоже винты упал, два винты. Ну спинтами еще в карте. На нахуй. Большая. Вредители, блядь. А, не, улица. Нихуя себе. Нахуй вышел на улицу. Огромные. А, вы да, поставили? Яп. Опа. Блять, может разграбщика взять? Олежка здесь вообще? Где? Come on, let's go. А мы вообще как-то катку серьезно как бы берем? Или так? Мы серьезная команда. Уверенно. Звонок, серьезно? Писька. Я не могу играть. Вован, хорош. Вован, пошли дальше с тобой. Пошли. О, гона. Блядь, один этот, будка и один ангар. Ебать, там двое, оба будка. Вторая будка. Он будка. Блядь, клёный. Он очень клёный, я в него еще попал. А, у тебя бомба, ставь. Он тут перезаряжается, если чё. Я возьму, это мой. Блять, это мой! Опа. А ну убей его, Вован, убей его. Чёра, блять. Чё ты обзываешься, Вова? Да я не тебе. Ебать, у тебя пушка. Это пенис. Это пиздец. Я не хочу с такой методом. Не играют очень по-блядски, блядь. Не могут играть. Это тавика просто нет смысла. Я чел, зачимся.
Бля, это ебучий авик, нахуй. Ладно, ты где бомбу въебал? Возле бокса. Хорош. Не это ёлки, вы же знаете, что этот долбоёб играет. Тебе игра её дала, блядь. Блядь, он справа. Сука, я думал, он зашёл. 9 хп у него. Внизу? Блядь, не могу попасть. Как попасть? Не попал, блядь. Это внизу? Я. Пиздец, это такая конченая. Я дефолт стал. Дверь. Это я. А, нет. Это что? Блять, как он там? Знаешь? Наверху. А. Да это пиздец. Вообще не идет. Бля, я не могу, у меня столько всяких, блять, хуёвин меня, блять, эта кошка бегает ебаная, лагает, блять, меня это так бесит, всё нахуй. Ой, это там 249, блять. Ебать, вон тебе пинг. Ты на Wi-Fi сидишь, Вова? Нет, у меня провод. А сколько вы за интернет платите, 7 миллионов? А я не знаю, я не плачу за интернет. Типа тут, а что такое пинг, это большой или маленький? А, пиздец, маленький пинг это плохо вообще. Маленький пинг это маленький пенис. Ну типа это охуенный. Блядь, еще есть это, типа... у меня 500 мегабит, секунду. Да это похуй. Мы просто на Манхайме стартанули. Да ладно, или Мангейм, как правильно? Мангейм, Мангейм для пидорасов. Осуждаю, я тебя кикаю. Я не хотел. Ты говорил Мангейм, блядь. Вон, где жить будете? Я не знаю, вот, Мангейм. Нахуя себе. Челы просто не ходят в мид. Мужики, бей чисто. Опа, куда, блядь? А кто нахуй? Грязно. Нет, это что-то другой смотришь, еще вот ты говоришь? Я не знаю, что меня... Каждая игру на крыше, блядь, смотрит на лестницу с авиком. А с каким у вас свет, мужики, сегодня? У меня сегодня будет много. В смысле бесконечно? Да, чисто. Олега открыл. Вам похуй? Олега, мы открыл. Так вы можете ночью сыграть, получается? Нет, получается так. Вы что, мы, получается, в Брон Холла можем взлететь потом? Не, мы в Свояк взлетим. А мы, получается, в Свояк можем взлететь еще потом? Да. После этой игры мы идем в Свояк Холла. Ну, только я заеду в магазин сначала, мужики. Как получится стрелять со снайпера в этой игре? Иди! Просто стрелять с них еще часов. Иди! На пизду туда. Ну, когда ты таки снайперишь, это надо чувствовать. Это не как вот ломать надо прицеливаться именно снайперками. Ой, пиздец, я эту кошку ненавижу уже. Сука, еле еле, блядь, тупил. А может лестницу пойдем? Может. Понял. Да не, уже нет. Блять! Минус 80, мужики. За красным. Я не понимаю, как я не попадаю, блядь. У меня лагает, я поэтому не буду. Ты можешь дроповик? Ебать. Не надо. Ну он точно надо. Это не поэтому я сейчас пизду. Я знаю, что лагают, встань. Бля, да конечно на антиен пошел, блядь. А Анубис, кстати, я еще Анубис не пробовал. Вы играли Анубис? Я до нашей сигнатурной карты. Мейн? Я нет, будка походу. Дверь. Или дверь. Но по ощущениям как будто... Я не понимаю, я вообще не могу попасть, блять. Я видел такое оружие. Я стреляю в пол, блять, а как будто патроны в меня отлетают обратно. Такое ощущение было. Макс, я переотвечу тебя на вопрос, как научиться стрелять с авика, я не знаю. Блять, вы мне снайперки покупаете. Опа! Что со скаутом? Ну что, припизнутые? У тебя бомб. Я сейчас ливну, я сейчас буду бить людей.
Посмотрите, что на день не запушили, там типа бомбы лежит. Блять! Хорош. Бля, Олежек, ты просто лучший, ты поместительный. Да как ты попал это сейчас, блядь? Я хотел на тебя... Я хотел орать уже, типа, дай смолик, чмо. Ну что это такое, чмо это не обязательно? Там и другие сломают. Это вы сломали? Да. NPC геймплей, они рофлят, они ничего не контролят, они мид не ходят, нихуя не делают. Это я не понимаю, как они играют по этому путесу. Ты же включил стрим, правильно? Кто мне что пишет? Ты включил стрим? Нет, включил. Включил я экран. О. Просто кастинг не захватывается через игру. Я не буду уходить сюда. Бам. Главное в этой игре это держать изначально правильный прицел. Да, согласен. То есть пол. А как же вот это чух-чух, квикскоп, чух, не попал, чух-чух, попрыгал. Нет, это ты, но... Сейчас все равно зовут себя прицел в одном положении. Задание. Знаешь, утки, блядь. Дверь! Что это? Мы запушили, сука. Ебало, хрот. Ван, я тут ищу. Там, ну, вон все уже забей. Так. У меня 6 киллов. Кто сказал 9? Я. Как я не попал только что? Вот как, блядь? Еще 3 ованы и чилься. Чилься. Блядь, как у меня попа горит, блядь. Мужики, да расслабьтесь, ебать. Да я ни у кого не... Я 5 раундов или 6 уже никого не убивал, блядь. Я сейчас ебало пристрелю в реальной жизни, тварь. Вань, ну помнишь, как ты вчера плакал? Кривица, не корову ж проигрываем. Да, я... Можно было бы не играть, если бы нас просто ебали. Пока ебут, не гори. А когда, ну, человеки ебланы, у тебя не получается играть... Ой, я не вижу. Справа, справа, типа, Лек. Блять, я так хочу запретку сказать. Скажи. Запретка. Там еще мне посмотри будку. Блять. Ладно, ебать, ты быстро передвигаешься. Ровный контроль. Время идти в вагон, они такое особо пойдут. Она тобой может быть еще. Посмотри будку сверху. Уже вышел? А зачем мы на заходе? На будке типа. А потому что Вован открывает там соло. Легенда. О, у тебя бомба, поставь, пожалуйста. Сейчас иду. Сейчас поставлю. Чекните винты. А чем ставить? Душой, Вован. Блять, еще один килл, Ванечка выиграет. Он чувствует, он знает, как друг играет. Блин. О, слышишь ли это спереди, которые эти? Дайте калаш. Дайте вам калаш. Спасибо, раб. Ладно, я просто перестану на улицу стоять. За компы распечатаны. Если нам... Почему? Белокопьем, блин. Ваня, блядь, Ваня, ты выиграл, нахуй, Ваня, ты выиграл! Ну ладно, блядь. Help. Нет. Пошел нахуй. Все, забейте, я умер. Ему не помочь уже. Один у вас будет на Б. Винты. Я парень взял. Вещь.
Че, обосрался, блядь, что тут двери, скрип-скрип. Обосрался, спро... Мужики, кулачки отбили. Первая половина за нами. Собрались, играем дальше. Это худшая половина в моей жизни, блядь. Это лучшая половина в моей жизни, нахуй. Хорошо. Ничего не, купа- не покупаем. Ничего, мы купим бабки. Правильно, Вован, правильно. Хоп. Дай. Посудаю. 2900 часов у типа. У меня, блядь, если что, часов. Улица. А, ну у меня столько же, по-моему. Ставят уже на, блядь. Блядь, дохуя ставят, дохуя. Так как? Ну я им в голову стреляю. Минус 63 на в сайте. Как какать? Олежек, твой раунд. Ну не знаю, твой раунд будет. Олег, твой раунд, Олежек. Олежа, трахать. Ну ты, Олежа, конечно, долбоёб. Олежа, твой раунд. Олежа! Да убей его, Олежа, придурок. Олежа, нахуй, как ты так можешь, блядь? Олег, нахуй ты вообще захочешь эту игру объяснить? Все нормально, Олег, не слушай, блядь, не слушай. Олег, в натуре, не слушай. Пауза. Пауза. А что это взять? Пауза, на F1, F1. Ну, большинство, да. Снова будка. Что, ты веришь, Макс? Я думал, я его ёбнул. Я обрадовался. Ну и где враги, блядь? А, вот враги, нихуя себе. Приколись. Будка есть. Палёные. Пошли уже. Пора бомбу ливать. У меня бомба. У нас бомба. Это за выстрелы? Ладно, тут по вас стоит я. Я на будку залез. Двери нет, да? Вон, смотри, дверь. Дверь чисто. Чисто. Я будку смотрю. Ты дверь, я будку, мейн ярый. Правильно, что за? Смотри, смотрю, ты можешь слева быть. Это ты стрелял, Макс? Нет. Нет. Это срампов, чел. Улица, коцаный. Вот и как это. Охуй. Оставьте мне. Хорош. Блядь, да ты заебал, нахуй. Я тебя убью, блядь, не вылазь. Ладно, ярый, да. Говоришь, человек, оставь мне, блядь. Человек не играл, блядь, год, нахуй. А он бегает за убийствами своими. Ну шо, пусть он убивает меня, что ли. Тебе не хватает убийства. Ну я не хотел умирать. Винты падают. Винты. Один упал. Точно. Я там пострелял и не косвенно должен быть. Я сам ушел, да, останешься тут. А, не, Б-бомба. Валяется бомба. Проходит еще. Суки. Пиздец. Винтах презали. Да. Там, блядь, ну, помогите. Там, это классика. Это симпл показал давно еще. Где бомба? На Б. А мы где? Бомба, а, справа. Ебать. Ну ладно, в винтах может быть чел. Один вот тут под нами, Ярый. А че ж поменяемся? Нет. У меня нет смоков. У меня есть смок. Там типа нет, что ли? Надо что-то... Блядь, наверху идет. А. Ты какой долбоёб, Ван! Маленькая дверь. Чуфьюсь. Убивает, я поворачиваюсь назад из-за этого, и выходит, чел убивает меня. Блять, я в эту дверь смог пытаюсь кинуть, блядь. Просто минус 2 нахуй, одним патроном. Мне полсекунды смог, не успел кинуть. У тебя 8 кило, Вова. Что ты наделал?
Реально, просто одним патроном минус 2 тиммейта дать. У тебя же, мы же договорились на деле. Сука, блядь. Еще и авик, блядь. Вован хорош, пишет ли. На мейне коцаный, упал. Они бейдут или что? На мейн, мейн убил. Мейн, да. Блядь, я не могу, я плачу, блядь. За красным. Блядь, сука. Я плачу, это пизда. Я не хотел, честно говоря. Блядь, куда я ведусь? Понятно, что не хотел он. Какой-то, как он сзади меня так быстро оказался. Я только что назад смотрел. Заебали эти, сука. По ножовщину устраивать. Ваня изначально начал, блядь. Сейчас за команду страдает. Блядь, Ваня такой дисморальщик, его охуя. Надо было паузу ставить. Ох, ебать. Тут я, конечно, блядь, гэн. Это да. Это ты нам ебал 3-4 раунда подряд. Опять винты, блядь, пошли, так уже еще на бой. Если, как если мы не можем их принимать, то, конечно, они будут. На, нам, ставят нам... уже. Бомба на мейне, бомба на мейне. А, не ставят. А, это вот. Могли винты упасть? Винты есть. Хорош. Там еще один. Да. В винтах или возле винтов? Я очень охуел. Ну, да. Ну, может, опять винты. Бежите крепко. Я на Б ушел, правильно? Здесь. Больше двигай. Бомба еще на мейне. Нет. Нет? Нет? А как ее забрали? Уже на Б ставит. Хорош. А где плензи? На Б. Да пиздец, ну минус 42. Бля, у меня мол тоже лагает еще и, блядь. Его команде, блядь. Все, я в тильте, нахуй. Окно. Гандон, блядь. Снизу вышел. Хорошо. Хорошо. Надо попадать. Хорош. Хорошо. Не попадать. Да хорошо, что сказал, ты бы хуй попал, я себе не сказал. Олег, меня калаш навик, как тебе такое? Олег, меня калаш навик, как пишешься с Олег Слинг, как тебе мои деловые предложения, да? Да кроме бала. Взорвали винты. Смок кинули, хуёво. Макс, убьёшь винты, если ещё я будку взял дальше? А ебало, я себе просто улицу смотри, блядь. Не лезь на свое дело. Не лезь не в свое дело, тварь. Да я так постоянно убиваю, нахуй. Да тут я смотрю, блядь. Уже вся команда умерла. О, теперь перезаряжайся, дебили еще, блядь. Ярко пришел. Мейн. Ласт мейн. Мог на улицу уйти к себе на базу. Да, ушел к себе на базу, видимо, если мы не... Авик гараж, умоляю, пацаны. Мэйн. Авик гараж, авик гараж, авик гараж, авик гараж. Где, где? Далеко. Где? Блять, нельзя. Ты меня отзывай, Ванечка, я тебе все что угодно дам за него. Хоть скорострелку, хоть М-ку, хоть... Спасибо. Друзья, в чем смысл? А нет, где есть, он просто типа нахуя у него. У меня не переключается оружие. Я даю дроп, у меня активируется пистолет и оружие основное, блядь. Я не могу, блядь. Просто не могу. А будку запушили, вышли. Ставят бомбу. Я не могу с такими лагами играть, это просто пиздец. Ставят уже. Вова, выйди, убей его. Вова, выйди, убей, плейт еще. Последний. Просто пиздец. Это сколько Вова, сколько ты кило сделал? Сука, ладно, он ровно... Он... А вышло 9. Он хотел 9. Минус 3, Вован, хорош.
Дефузия, этот крючок говна такой падает. Да, парни, пока что еще, пока что сильно ставки не радуйтесь, как еще может быть 8. Ну, по что это? Ну ладно, уверенно в 0.5 КД ебашишь. Пиздец, не могу переключиться. Не могу переключиться. Вова, пож... Короче, ну информация есть там типа? Я не вижу. Могут противенты. Я бы с удовольствием позатрял, но Ванчик, блядь, на контроле по лестнице поднимался. Они уже на Б! Они уже на Б! Все на Б. Ты что, на Б надо бежать? Да не. Большой ван, у тебя дедукция нахуй. Маленькую дверь убежал. Ласт маленькая дверь. Где Костя просто? А, большие двери. Давайте его, я просто выхожу, мне въебал дают. Не надо, не надо! Бля. У меня же башка болит орать. Бля, чел, да это ребенок. Ребенок Dead Inside. Dead Inside в CS это чел, который не смогли в доту и ушли в CS. Кошечка. Бля, я возьму. Есть. Пошен? Блять, его ван нахуй. Красный убил. Ты чё один есть? Ты рампы? Да. Да. Ай! Вова, там есть под хэвеном такая оранжевая хуйня на меня на высоты. Есть, есть на рампах. Есть рампы. Вот с ним есть. Бомба, бомба, возле... Есть, на все. Найс, такой же. Самба, блядь! Ножки встекли, умол. Самба. Ламбада. Получается, никто не угадал, да? Пока что. Не поверили его нам. Вован-то не бьет. Ну, Вован размялся. Пули. Проебал напарники. Проебал напарники, чтобы выиграть полноценный игру. Так и работает, как бы. Да он еще и курит. Да я же почему-то жареным, блядь, попакивать. Школа финансов. Вован, да ты трав... Хаешь. Да все равно ты лох. Все равно лох. Улица, улица, улица. Прошел уже секрет? Не-не-не. Ты, блядь. Хотя мог пройти, наверное. И не пройдет. Мог пройти секрет, мужики. За зомба, блядь! Вова, куда 11? Ух ты, блядь, нет, назад. Вован машина для убийства, реально. Сасамба, блядь. Сасамба, блядь, профа. Ломбада. Сасамба, блядь, сасамба, сасамба, сасамба. Ну, если не знаю, как мы без тебя играли, наверное, выигрывали 16-5, а не 16-10. Ван, без тебя вчера доиграл. Блядь! Он прошел винт один. Красный. Бомба улицы. Я на Б убью челика. Секрека прошел, секрека прошел. С бомбой? Не знаю. I suppose. Один на дефолт. Сука. Это бомба А, Б? Б. Ура, победа! Фу, блядь! Да, навали по... Ну, блин, мальчик, мы с тобой ноздря в ноздрюши. Бля, могли повысить, у меня когда почти 3, не? А меня повысят сейчас? Да. Вон. О, Ван, пятый силер, нахуй. Ну это что-то нам... Что, блядь? Это что за бред, блядь? Хорош. Видишь, какие у нас у всех ранги? Нам и то это мы пушат, по 2 апнули. А что за хуйня, блядь? 5 или 4. Нам всем дерьмо дали. Мне одну звезду дали. Вован, не понял, Вова, а что ты хотел? Что, ебанулись? Или я ебать!
Я ебать. Он, ну реально, характеристика там полная, если честно. Приходишь на работу, плюсишь резюме, там написано, я ебать. Все, все резюме. В каждом раунде за КТ от одного фрага дал. Как реагирует на эту поеботь? Это полный беспредел, Иван, я согласен, это беззаконие. А что мы... Что мы вообще? Что ты? Ты шо, Иван? Спасибо, что спросил. Мне очень приятно. Играем в этот? Стояк. Стояк. Ты выиграл. У меня я появился. Ну гош, стояк. Хорошая. Не, ну Ван, ты реально хороший. Ты всего лишь в три раза меньше меня киллов дал. Ой, смотри, как выёбывается. Тихо. Это говорит челик, который вот этот квизкопчиком туда не попал в ебалом раунд. Да ты видел? Ну, я вторую половину трахал, я первый вообще не мог. Кого ты тут? Блять, я может вообще слышать не буду, я фалку случайно открыл. О, Ваня. Осуждаю! Ладно, ребят, я через минут 40 буду, я чуть-чуть поиграю с братом. Оооо, это предательство. Я не знал, что его брать. Может, тогда еще одну катку, а потом свояк. Это предательство. Да я ебал еще играть, мне, блядь, лагает, пиздец. Ты роутер перезагружал? Я тебе сейчас перезагружу, блядь. Что-то еще. Я компьютер инженер. Вау. Олег, кстати, Олег, я буду говорить теперь вот так, потому что у меня же такой голос, да, сука? Очень нет, вот такой. У меня голос вот такой. Очень похож. Am I right? Сука, блядь. Вынимала. Что, да, иди нахуй, иди нахуй. Так уж было. Бомба из бинплата. Ты в магазин приехал? Я не успел. Вадя, ты в магазин приехал, да? А ну скажите голосом Авада Кедавра, блядь. А не, ну это хуйня будет. Авада Кедавра. Да, реально хуйня. Я твою мать ебал. Пиздёж же. Сейчас. Нет. Кича. О, блядь, чтобы сожрать нахуй. Я вообще пить хочу, пиздецки. Чтобы сожрать, пить хочу, пиздец. Может быть, так пойти подышать? Ну ладно, опять-таки, доходим мыслительно. Ну, значит, надо попить, а не поесть. Ну да. Ну, это получается, как, можно... Это как вот, ну, это, ну, я понимаю, у тебя есть такие проблемы, ты тоже говорил. Бля, просто часами в КС играть и купил Xbox. Да он не туда нажал просто, он же в интернете не сидит обычно. Ну, типа, Xbox есть нормально. Вообще, Иван, я рад тебя слышать, конечно. Ты мне ж настроение поднял. Ну, мне тоже, ребята. Все, ладно, пускай обратно. Я тоже рад. Я буду чаще заходить, это точно уже все. Раз в два месяца, а не в четыре. Да-да. Да-да-да. Блядь, спорим, нахуй. Я когда, короче, блядь, в Словакии был, мне Катя нажрала, блядь, каким-то, блядь, ликером, нахуй. И, блядь, я ходил целый вечер, когда домой мы шли с ней. Я ей говорил, ты заебала, спорим на 1000 евро, что я тебя донесу домой на руках, блядь. Потом, блядь, спорим на 1000 евро, что я, блядь, дам тебе сейчас куртку, блядь. В рот. Хуйню такую начал, блядь, жестко. А ты говорил, спорим еще за 1000 евро? Спорим на 1000 евро, что я Вова. Причем, самое интересное, 1000 евро у меня не было, у меня было на карте, типа, 300. Ты был уверен в своей победе, да? Смотрим на 1000 евро, что у меня нет 1000 евро на карте.
думал прийти типа 700 на следующий день. В итоге на следующий день нихуя мне не пришло, блять, это было еще угарней. Ну что ж я с Катей спорил, а не с кем-то другим, блядь. Ну я такую хуйню наговорил, я начал говорить, ты дура ебаная, сука тупорылая, это пизда. Спорим, что ты дура ебаная. Нормально. Не, я только... Я серьезно прямо пил только один раз при Даше, это было на Новый год. Не, я набухался в четверти просто, все такие, блядь. Ну просто она не пьет. Я наговорил хуйни, но она не обиделась. Вот. Ну, я ты забрал этот ликер, короче, чайный. Я хуй знаю, тетра чай называется. Такая приписанца на холод не будет. Я не знаю, вот ликеры, они хотя вкусно звучат, но они супер сладкие. Они, он не сладкий вообще, бро. Он именно там ебать спиртяга нахуй. Странно. И... Почему тогда это ликер? Не знаю, ну хуй знает. Бля, может это тратить чел сюда не сделать. Ну ладно, это еще под свое. А, мы будем еще катку играть? Пойдем. Давай, Ванечка. Нет. Ну, у меня ног бэкает, у меня оружие типа стоит в разы переключается. У меня, блядь, челики рывками двигаются. Перезарузи ротор, идем. Да мне надо компель запускать, мне впадло. Бля, сиф. У вас нету, да, наверное, блядь. Ну, она есть, но она не установлена. Я недавно, кстати, предлагал тоже. Давайте поиграем, я даже скачаю. Хотя я могу даже не скачивать, а через область поиграть. Я думаю, что у меня с моим интернетом область должна потянуть. Прям надо скачивать. А кто тебе за интернет платит? Я плачу 350 за комнату. Я за тоже интернет 350 плачу. 350 евро за комнату, мы в Кирилле живем. Я интернет говорю. Здесь в доме есть. Здесь, что я скажу, у нас здесь раз, два, три, четыре, пять. Ебать, сюда же не продолжай. 6 человек в хате. Вот. А внизу тоже около 6 человек. Поэтому нужен сильный интернет, чтобы он нормально работал. Я... Так как у нас провод, у нас приоритет. Грубо говоря. И за коммуналку вы не платите, да? Нет, только 350 за комнату. Ну, вот здесь, типа... есть такие люди, которые вот почему-то они вот ни за что не платят, только за жилье. Я плачу за все и за жилье. Я интернет вообще сюда сам. Бро, я живу в комнате. Делю квартиру с тобой. Так я тоже, ты думаешь, что на кухне сплю? Нет, я к тому, что у тебя квартира. Я понимаю. Бля, я что-то сейчас заставил задуматься, если честно. Ровно ты или нет? Вот. Кизя, все-таки будешь ты жить? Бля, ебать, Вован, я ебать с тобой в своё хочу поиграть. Блять, Ливон, сука, тупой. Пишут, Еман там групповуха через А, блять. Чисто не план. Групповуха. У меня кошка сидит на этом, на руках, блядь, легла и все. Ну пожалуйста, Ваня. Да не хочу в КС, отъебитесь. Вот так вот, блядь, Вован зашел. Спустя сколько времени, блядь. Блядь, Вован, Кися, да? Там в натуре, там Вован зашел. А что мы там? Ваня говорит, что не хочет CS. Мне надо компель запускать, блядь, мне ебёт это делать. Ваня, Хромы. Ты готов проебать 600 часов жизни